У стенда «Икра и рыба камчатская» традиционно многолюдно. Эта продукция уже проверена сочинцами и пользуется огромным спросом. Здесь можно приобрести более 35 видов рыбы, добываемой на Камчатке. Это знаменитая чавыча, корюшка и белорыбица. А изюминка производителя – бочковая селедка с Алюторского залива. И, конечно же, икра, в которой сохранены все полезные свойства. Эта рыба наисвежайшая. Она буквально неделю назад плавала. Коптится на ольхе, на дубе. Ну, они специально коптят по специальной технологии, что все витамины сохраняются. Даже детям очень полезно. Рыбий жир, омега-3, омега-6, все в нем есть. Каждый раз привозим до 6 тонн товара общий. Ну, ярмарка 5 дней, но в конце у нас заканчивается все буквально. Мы сами производители отличаемся тем, что мы не закупаем товар. Мы сами все это производим, сами доставляем, сами продаем. Даже я сам участвовал в процессе копчения. Гарантия качества 100%. Приглашаем всех попробовать нашу рыбку. Компания «Икра и рыба камчатская» сразу нашла в жителях Сочи благодарных покупателей. Ведь от моря до стола эту рыбу отделяет буквально один шаг. Приехал, понабрал, всего понемножку. Так что большое спасибо, что такие продукции приезжают. Это очень хорошее разнообразие к нашему столу. Очень вкусное. Просто язык проглотишь. Свежее-свежее, очень вкусное. Рекомендую. Рыба – популярный товар в магазинах, но такую, как на этом стенде, можно приобрести несколько раз в год, уверяют постоянные покупатели. И сейчас тот самый шанс. Стенд компании «Икра и рыба камчатская» находится прямо у входа в выставочный зал отеля «Жемчужина». Инга Габейшая, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.